И массово гибнет рыба в молочном лимане в Запорожской области. На сегодня уже около 20 тысяч особей пеленгасов. Ил и песок перекрыли канал, который соединяет лиман и Азовское море, и рыба не смогла выйти в море. На расчистку пролива областные власти в этом году выделили почти 1,5 миллиона гривен, но фирма, которая выиграла тендер, к работам даже не приступила. Предварительный ущерб исчисляется миллионами гривен. Были выделены деньги, проведена была тендерная процедура, был вызначенный субъект. Но почему национальный парк по условиям договора не расчистил промоину до 15 числа, для нас это непонятно. И прокуратура, и СБУ, и национальная полиция будут искать тех, кто допустил это.